Привет! Сегодня на повестке дня манго и чиндем и зара. И в конце видео покажу свою классную покупку и муки выбора. А пока начнем с манго. Сразу уточнюсь, сейчас идет черная пятница и цены могут отличаться. Первое, что мне захотелось примерить, это пиджак прямого кроя в клетку, плотный, структурный, на мне размер L. Люблю укороченную верхнюю одежду и примерил вот такую двустороннюю куртку. Одна сторона у нее мех, другая похожа на нубук. Мне она понравилась, классный цвет. Второе пальто также двустороннее, чуть выше колена, на рост 1,71 м. Какие недостатки я обнаружила? Самый существенный – это неудобная пройма рукава. Далее, такой структуры мех в светлых тонах является ловушкой для всякого рода загрязнений извне. Поэтому вскоре внешний вид его вам не понравится, проверено опытным путем. И в-третьих, вторая коричневая сторона выглядит максимально не стильно, как будто я оказалась в грустном 90-м году. Далее множество джемперов и свитеров из полиэстера. И немного праздничной коллекции. Если честно, меня нисколечко такие наряды не вдохновили. У коричневых ботинок симпатичная колодка, множество сумок сейчас представлены в масс-маркете именно с такими массивными цепями. Ранее были более мелкие звенья, теперь же благодаря Ботеге мы имеем вот такого плана. Вот этот свитер зацепил меня цветом своим, камера передает немного по-другому, чуть интенсивнее его. Поблескивает, конечно, немного, в большей степени от искусственного освещения. Джоггеры с прострочкой спереди выигрышно смотрятся в меланжево-бежевом цвете, чем в сером.
Переходим в H&M. В предыдущем влоге я показывала большую версию подобной сумки в H&M, хвалила ее. И маленькая версия тоже неплохая. Новогодняя версия джоггеров красных, пожалуй, примерю. Возьму два размера, чтобы показать вам оба. Так, вот я примерила джоггеры красные в размере M. Мне очень нравится, как они объемно смотрятся. Снизу хорошая такая резинка. Тут хорошо есть резинка, и можно затянуть прям по талии. Сейчас я покажу, как смотрится в размере S. На мне более скромный оверсайз. Это уже размер S. Тоже смотрится хорошо. Ну и по собственным ощущениям, комфорту выбираете степень оверсайзности вещи. Напомню, я примерила размер S и M. И примерила вот такую хлопковую футболку. Средней плотности хлопок, неплохая. Молочного цвета. И на рукавах вот так. Такое дизайнерское решение, скорее всего, для празднования Нового года дома. Сомнительная идея, конечно, можно сказать, одноразовая. И примерила вот такое платье, футболка черного цвета со встроенным колье. На мне размер L, оно выше колена, объемные рукава, я бы их подворачивала лучше. Пришитая цепочка, думаю, неоднозначно такое решение дизайнерское. Кстати, примерила я эту футболку со своими джоггерами черного цвета, это H&M в размере S. Примерила вот такое платье. Я его показывала в Инстаграме, сравнивала с платьем из Зары. Настоящий плащик. Вы слышите, да, звук? На мне размер M, и размер M мне хорошо по плечам сел и не жмет в груди. Ну, 100% полиэстер. Вот такие подплечники своеобразные. Многообразие шапок, но в своем посте в Инстаграм я уже писала о своих шапках. Кстати, они все из H&M премиум коллекции.
А еще мне понравился вот этот топ с вырезом сердечка. Если я не ошибаюсь, они еще есть в черном цвете. Плотный, держащий форму трикотаж. Здесь, конечно, он уже потрепанный что-то. Переходим в Zara. Укороченная куртка. Вот такой расслабленный лук. Прям моя куртка укороченная. Какие-нибудь джоггеры оверсайзные. Массивная обувь, сумка дутик. Класс. Комфортно, стильно в то же время. И удобно. Что касается куртки. Куртка толстая, увесистая, с двойным воротником. И как заявлено, устойчивая к неблагоприятным погодным условиям от 0 до минус 15. Следующая куртка мне менее понравилась. Скорее всего, дело в цвете и плотности материала. Капюшон – это отдельная боль. Очень хлюпенький. К счастью, его можно спрятать в воротник. Ой, а вот этот жилет мне оказался очень по душе и по цветовой гамме, и по составу, и даже фурнитура органично вписалась. И смотрите, как классно сочетается с топом из бархата изумрудного цвета. Топ прекрасного состава, вискоза, шелк, очень невесомый, приятный к телу. У него высокий воротник с небольшими защипами, манжеты с разрезами и асимметричный низ. К этому топу идут бархатные брюки, к сожалению, их не было. Так бы я примерила, конечно, бы костюм и показала вам. Как и обещал, напоследок заказ лимитированной коллекции «Алфавит Зары». Успел урвать две буквы, чтобы выбрать. Как только вышла коллекция, я сразу сообщила это в своем инстаграм. Так что, чтобы не пропустить всякие интересные акции, скидки, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылку оставлю в описании. Ну и как вы уже заметили, я определилась. Но и не теряю надежды найти красивую букву своего имени. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо, что подписались. А кто не подписался, подписывайтесь, буду рада. Спасибо за лайки, спасибо за поддержку. Скоро увидимся, пока.